Отопительный сезон в Самаре начался раньше на 4 дня. В первую очередь, еще в прошлый вторник к котельным подключили почти все больницы, школы и детские сады и 611 многоквартирных домов. В первый день официального старта отопительного сезона, 30 сентября, еще 3000 домов. Об этом на видеоконференции воскресным вечером рассказал глава города Олег Фурсов. Тепло в самарские дома оперативно поступает благодаря своевременной перекладке теплосетей. Летом заменили 23 километра, подготовили 59 муниципальных и 44 ведомственных котельных и 285 центральных тепловых пунктов. На воскресный вечер 100% учреждений с постоянным пребыванием людей и около 80% больниц, школ и детских садов уже отапливались. 40% жилых домов тоже получили тепло. По сравнению с прошлым годом, тепло подключают в 3 раза быстрее. Дадим команду, и чтобы немедленно охватили весь объем неподключенного, где жилья, где детских дошкольных учреждений, чтобы все сделали. А мы за этим будем смотреть и помогать. Сейчас за температурой в батареях домов и социальной сферы следят энергетики. Ситуацию за подключением тепла ежедневно контролируют специалисты Департамента городского хозяйства и экологии. В Самаре больше 10 тысяч многоквартирных домов. Обычно технологический процесс подключения всех потребителей занимает около 1,5-2 недель. На еженедельном совещании в мэрии глава города поручил сократить сроки подачи тепла. Понятно, что протяженность сетей большая в городе, и даже вот нагрев воды и запуск этой воды в сеть, он требует определенных временных, значит, затрат. Но надо ставить задачу, значит, сократить срок. Обычно мы в течение 2 недель заполняем систему. Значит, сократить срок подачи тепла, я думаю, до конца недели вполне можно эту работу всю завершить. Полностью прогреться батареи в домах самарцев должны до 10 октября. К этому времени в Департаменте городского хозяйства и экологии начнет работу горячая линия, куда смогут обращаться жители. Лариса Шалафаст, Сергей Кизоркин, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.